Не секрет, что регулярная проверка здоровья способна предотвратить и вовремя выявить разные заболевания. Проходить медицинское обследование специалисты рекомендуют не реже, чем один раз в год. Но на диспансеризацию многих просто не хватает времени. Тогда на помощь приходит мобильный пункт. Он оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики. Дежурит передвижной комплекс каждую субботу недалеко от парка на площади у Дворца культуры Яуза. А почему именно в парке? Потому что в такую солнечную погоду население, конечно, собирается где? Это у пруда, это в парках, на лужайках. И в связи с этим, где есть кучность населения, и, как сказать, ухватить одновременно два момента. Первое – это выйти с детьми на прогулку, самим погулять по парку и одновременно пройти обследование. Перед началом обследования пациент заполняет небольшую анкету. У него проверяют давление, измеряют температуру тела и определяют степень насыщения крови кислородом. В автобусе уже проводится электрокардиографическое обследование. Здесь берется забор крови на такие показатели, как холестерин, сахар, общий клинический анализ крови. Здесь же проводится исследование внутриглазного давления. Наше здоровье напрямую влияет на качество жизни и работоспособность. Выявляя отклонения, врачи незамедлительно спешат на помощь. Всем взяли анализ крови, находим высокий холестерин, так называемый фактор риска гиперхолестеринемии. И тогда пациенту мы разъясняем на примерах с использованием методической литературы, как себя нужно вести, как нужно питаться, с какой частотой, чтобы питание было рациональным, сбалансированным. С начала сезона подобные осмотры в парке прошли уже более 200 горожан. Те, кто еще не успел этого сделать, смогут воспользоваться такой возможностью и в грядущую субботу. При себе всего лишь нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Светлана Покровская, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.